Этого художника узнают по цвету, пронзительному ультрамарину. Ив Клайн так зовут сегодняшнего героя наших шедевров. Однажды, находясь на пляже в Ницце, а ему было тогда 19 лет, Ив Клайн откинулся назад и посмотрел в голубое небо. Он представлял себя уже на воздушном шаре или летящим, как воздушный шар, и подписывающим на нижней кромке неба свое имя, как вдруг появились птицы, которые начали дырявить его самую лучшую работу в мире. С тех пор Ив будет ненавидеть птиц за то, что они попытались продырявить его величайшую, это цитата, и самую прекрасную работу. Ив Клайн родился в Ницце в семье художников. Его мама была подругой русской Сони Деланне, той, которая вместе со своим мужем Робером явила миру орфизм. Клайн не получил художественного образования. Он учился в высшей школе торгового мореходства, в высшей школе восточных языков, но большую часть жизни Ив зарабатывал как инструктор по дзюдо. Клайн – обладатель черного пояса. О нем, как о художнике-провокаторе, начинает говорить в 1955 году. Клайну 27 лет. Тогда состоялась его первая персональная выставка, на которой он представил 10 монохромных досок, окрашенных каждая в свой цвет. Помните историю с небом? Результатом этого чувственного юношеского опыта стало появление International Klein Blue, международного синего цвета. Вот этот ультрамарин. Так, по мнению Клайна, выглядит соединение Земли и неба в бесконечном пространстве. Выросший в окружении глубокого лазурного Средиземного моря, Клайн считал синий цвет самым нематериальным, абстрактным и самым чувственным из всех оттенков. Первые монохромные полотна Клайна, выкрашенные в запатентованный синий цвет, были показаны в 1957 году в Милане. Это стало заметным событием в мире искусства. Обладая хорошим чувством юмора, Клайн каждый из 11 одинаковых и по размеру, в том числе полотен, выставил по разной цене. Ив, как художник, решил поиграть в понятие художественная ценность объекта и его рыночная стоимость. Монохромные картины Ива имели интересную особенность. Они были цельными, законченными произведениями сами по себе, но в любой момент могли становиться частью пространства, в котором находились. Через один цвет Клайну удалось передать самые разные ощущения и предоставить зрителю безграничное пространство для размышлений. Но по-настоящему знаменитым Ива Клайна сделали вот эти вот живые кисти, оттиски тел, которые оставляли ассистентки Ива Клайна на холсте. О том, как выглядел процесс создания этих полотен, показано в фильме итальянских режиссеров Монде Кана «Собачий мир». Красивые, стройные ассистентки Клайна обмазывали себя синей краской и затем буквально прикладывали свое тело к натянутому холсту, оставляя отпечатки тел. Dripping blue, the human paintbrushes go and leave their imprints on the canvas, while Klein guides them from far off with the flow of his creative genius. Процесс этот выглядел как роскошный перформанс. Две девушки, одна из которых действительно была живой кистью, а вторая той, которая держала эту живую кисть и управляла ею, двигая тело из стороны в сторону. Такие работы Клайн называл антропометриями. Он особо подчеркивал невинность этого процесса, потому что сам он не прикасался к своим живым кистям. Есть еще один интересный момент. Ива интересовало только тело, плоть, без головы, ступни или кистей рук. Ну и стоит ли говорить о том, что процесс создания антропометрии интересовал публику куда больше, чем результат? Ив Клайн умер в 34 года от сердечного приступа. Причиной стал показ фильма, упомянутого уже мною, на Каннском кинофестивале. Ив Клайн был унижен и оскорблен тем, как было представлено его творчество и его работы. «Малевич стоял перед вечностью», — говорил Ив Клайн. «Я же
уже стою в ней.